Так, привет-привет. Мы сегодня с Диана в Диана Костелло. Это рядом с Диана Мариной. Город. Быстренько бежим по карте, смотрим, где это. Диана Марина. Это около Империи город. Вот в такой вот небольшом кондоминиуме. Продается квартира. Кондоминиум новый. С гаражом. Сколько гараж? Ну, я смотрю, такой основательный гараж. Прям. Ну да, здесь прям он и высокий, и широкий. Раз. Так, 3 метра точно с половиной в ширину. Это 18 метров, наверное, да? Раз, два. 4, 5, 6, 7 там, ну, даже если не 21. Так, а почему бутылки из-под вина пустые? Вы что, нас не ждали? А? В чем дело? Мы так летели сюда из Сан-Ремо. Вот. В общем, видите, да, то есть... Очень все. А когда, в каком году-то построят? Смотрите, как прям все очень как новое. Вы знаете, ее вставили в эксплуатацию, по-моему, в ноябре 2015 года или в декабре 2015 года. Считайте, с 2016. Ну, классно. Новый. Да, вот у нас и тут... 3А. Электрика. И эти самые панели солары. Ага. То есть я вообще не отапливаю. У нас очень толстые стекла. Ага. И когда приезжаешь, даже пылинки нет. Вот у меня 7 месяцев не было, и все. И что, и пылинок нету? Что там за радиация такая? Ну-ка, пойдете посмотрим. Я сейчас вам покажу выход. Еще вот этот второй выход, это за дом. Ага, мы нашли, к чему придраться, видите? Трещинка. Приятно пахнет очень. Вы прибыли. Да, спасибо, мы прибыли. Так, а это у нас... Вот, заезд за домом. Здесь для машины можно, когда разгружаешь спецы, парковаться, но потом, как говорится... Ага, но это именно просто карика с карика, да? Карика с карика. Окей, окей. Так, давайте лучше снять минусы. Плюсы мы и так найдем. Ага, лифта нету, да? Нету. Вот так вот. Все, сворачиваемся. Так, вот нажать-то, чтобы появилось. Ну, приличненько-то все. Так. Ну, давайте хвалиться. Да, вы все сами, чем хвалиться. Сколько метров квадратных? Потому что есть еще в той комнате зарегистрированы. Так, 77 метров. Вот наш лягушонок. Вид на море есть. Так, это сопалку, да, у нас? Да, но только он не входит в этот самый. А в кадастре, в смысле, ну, да. То есть просто тупо идет. Да, потому что. Они, чтобы меньше платить налоги, не внесли его. Но у нас весь дом. Ну, естественно. Есть. Итальянцы все вносят, чтобы не вносить налоги. Вот так вот, представляете, вы сюда приехали, в Италию, и вас тут научили химичить. Итальянцы не такие. Итальянцы не такие, да. Итальянцы такие.
Ну, приятно, конечно, все новенькое, чистенькое, аккуратненькое. Внизу смотрю, там у вас персики у кого-то. И персики, да. Конюшня, вы знаете, там можно кататься, там конюшня, вон туда чуть подальше. Видите эти самые для конюшен? А, подальше? Да, вот. Да, вижу, вижу, вижу. Да. У нас как раз дети, супруга, они на коняшек у меня. Вот там конюшня. Скоро меня заставят. Там иногда слышно, как Азина кричит. Осел. Да. Так, спальная комната. Я чувствую, не могу сосредоточиться. Да вы не торопитесь. Да я никуда не тороплюсь. Сегодня у нас 6 мая. Куда торопиться в четверг-то? После четверга пятница, правильно? А там можно вообще не работать. Конечно. Но. Так, соберитесь. У нас получается сколько? Три спальни, да? В смысле, трехкомнатная квартира. Да. Спальня. Да, диван. Спальня. Раскладывается. Туалет с душем. И еще официально снимаем неузаконенная узаконка. Вот так вот скажут, Азаров продает неузаконенное. Так, ой, ну здесь точно я понял, почему свина нету. Здесь очень опасно так подниматься-то. Ну, это мы такую лесенку сделали, а лесенку можно ее всегда, как говорится... А так по плану получается как бы просто потолок, да, то есть нету этого пола. По плану нету этого, да, это как кладовка. Получается, как этот самый подсобное помещение. Вот так. Ага. Ну, лучше сразу всем это сказать, чтобы все знали, конечно. Так, если я упаду. Вперед, вот так вот спускайся. Вперед ногами не надо. Я... Ну, так вот надо спускаться. Спасибо. Светлана Викторовна это не одобрит. Это вы, Светлана Викторовна? Нет. Светлана Викторовна сейчас с детьми у зубного. Так. Ага. А что это сигнализация, да? Да. Ну хвалитесь, хвалите, что у вас такое вот есть? Сигнализация есть, сигнализация. Да? Фонарик, смотрите. Фонарик. Ух ты. Да, его тоже можно. Там его надо как нажать. Да, да, да. Так, это видеодомофон. Вот видеодомофон, он, как говорится, это самое. Сейчас все не функционировал. Надо вызывать мастера. Ага. Все, минус 100 тысяч сразу. Минус 100 тысяч скидка за домофон. Да? Не так. Так, ну, в принципе, все посмотрели. Вот, цена будет у нас, перейдете по ссылочке на azarov.ru. Вот, всем прекрасного дня, хорошего настроения. Пока-пока.